Колпашевцы могут украсить свои окна символами Победы. Присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы» могут все желающие, украсив окна своей квартиры или дома символами Великой Победы, георгиевскими лентами, красными звездами, гвоздиками, словами благодарности в адрес ветеранов. А также можно разместить портреты ветеранов, рисунки вечного огня, фотографии и надписи, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Для украшения окон можно использовать изображения и трафареты, которые размещены в официальной группе российского движения школьников ВКонтакте. Фотографии украшенного символами Победы окна можно выложить в социальных сетях с хэштегом «Окна Победы». К акции уже присоединились образовательные учреждения региона.